каждый год песок, ветер, дожди вымывают человеческие останки, кости. Вот, вот видите, здесь людские кости. Аккуратно. Мы когда-то жили в Литве, родители были учителями, так. Вот, иногда установился там другой порядок, пришла советская так называемая власть. Так наша семья оказалась неугодным властям, как и многие другие. По планам, списками были определены к выселению. Вот карта. Ужас. Сколько людей тогда здесь? Мы живем и живем. А чего прошло-то? Что вспоминать? Жалко, конечно, вот этих политических, которые ни за что, ни про что попали.